Всем привет! В продаже есть такие мопеды Yamaha ZR, Honda 28, еще одна Honda 28. Вот в таком они состоянии. Хонды заводятся, ну надо менять поршневую, скорее всего, чистить карбюратор. Тянет плохо. Вот это получается 8,5, 9,5, Yamaha 11,5. У Yamaha надо делать мотор. С Yamaha я дам два картера, два сцепления, вариаторы, амортизаторы, тросики. Короче, куча всего отдам с ней. Надо ей заниматься. Вот так, какой она вид она имеет. По переду. Сейчас каждый отдельно буду показывать. Так, вот Yamaha поближе. Амортизатор новый, придачу еще дам два. Вот такая вот труба. Мотор вот так вот выглядит. Вот это что идет вместе с Yamahaй. Еще один картер, крышка. Такой, одна сторона. Два фильтра. Карбюратор. Амортизаторы, такое все там, поршневые, тросики на 5 бм, по два тросика, крышки, вот так вот, короче, фара, вот так под сидушкой, спойлер, конечно, состояние не очень. Вот Honda 28. Передний пластик весь новый. С ручкой тут вот такой вот косяк. По резине более-менее передняя. Задний весь матовый пластик. Карбюратор родной. Япония, не Китай. Заводится, едет плохая тяга. Надо настраивать карбюратор или менять поршневую. Вот такой вид вот имеет. Сидушка. Даже есть вот такой вот талончик. Так вот под сидушкой выглядит. Сейчас попробуем завести его. Ага, одной рукой. Так он работает. Так,
значит, работает без бензина. Вот еще одна Honda. Так. Вилку нужно менять или перебирать, потому что она полностью упавшая. Вот такой вот вид. Спидометр работает. Топливо тоже работает. Свет, повороты работают. Так само плохо заводится и едет. Сзади тоже свет. Труба в таком вот состоянии. Тюнинг. В переносном смысле слова. Вот это так, такие вот косячки. Сбоку. Сейчас попробуем завести. Вот так вот работает. Тоже тяга плохая. Задний скат. Вот он все, потух. Задний скат более-менее. Но пробита камера. Скорее всего, потому что он подспускает. Вот так вот. Карбюратор тоже японский. Передняя резина уставшая. Повторюсь, вилку нужно менять или перебирать. Так, что тут? Вот такой вот МИД под сидушкой. Стоит аккумулятор, но, наверное, он полностью сдохший. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось видео. Всем пока.